Опа, у нас тут кто-то есть. Всем привет, с вами Теспи, мы продолжаем играть, развиваться и выживать на RAS-сервере Vansurnet. Вы собрали очень быстро 1500 лайков, и я бы выкатил серию гораздо раньше, но вышел DLC на Метро Исход, и я его прохожу до сих пор на втором канале, и если вы не смотрели, то обязательно переходите по ссылке в закрепленном комментарии на мой второй канал, и там сможете посмотреть. А Rust как смог, так и подготовил. И давайте, если вы соберете снова 1500 лайков, я постараюсь также быстро выпустить и продолжение, потому что я действительно очень запотел, чтобы серия вышла именно сегодня, в пятницу. Ну а вам я желаю приятного просмотра. И, значит, немножко поразбирался с лутом, ну как бы лучше это все делать ночью, когда темно, когда я не записываю, все это изучать, а я тут просто залип. Тут столько просто крафтов, значит, погнали к переработчику, есть все, что переработать, и еще тут, блин, очень хорошая локация, тут очень хорошо построилось. Во-первых, тут много бомжей бегает, ну таких, как я. Во-вторых, тут очень много ресурсов можно надыбать, это очень хорошо. В-третьих, тут переработчик, вот о чем я говорил. Так. Убегает. Заметил меня, походу? Блин, тут ничего не берет, это мы возьмем. Так, куда-то у нас побежал. Нырнул, что ли? Вот это я потерялся, он же не мог нырнуть. Проверим. Вроде да, нырнул. Да! Он нырнул, он меня заметил. Так. Блин, а. Ну давай на Верочку. Блин, ну тут уже не дострельну. Идем к нему. Стрелу можно взять. Нет, стрелу не будем брать, не будем тратить время. Он меня заметил и убегает. Значит, у него что-то полезное должно быть. И зря я, наверное, стрельнул. Хотя, если он меня заметил, то не зря. Так, где-то. Он тут. Я слышу шаги. Хорошо. Блин, мне нравится то, что тут просто ящик такой выпадает. Так, отлично. Это мне понадобится. И заодно переработчик тут прекрасный. Он тут перерабатывал только что кто-то. Опа. Хорошо. Че, не трогай мой лут, паскуда. Нифига, камень дамажит. Ты видел, сколько камень меня замажил? Вот так вот. Ща, опа, убил. Он тут живет, надо быстрее забирать лут. Это очень много лута у нас. Что-то он ничего не потерял, но так боится за свой лут. Очень долго забирать этот лут, конечно. Это тут еще прикол, это очень долго. Вот это может потом очень сильно надоесть на RAS-сервере. Так, можно сделать деревянный шлем. Посмотрим, сколько он дефает. Сколько он дефает, 25% вместо 5. Хорошо, это уже замечательно. У нас здесь деревянная броня и все есть. Только я не нашел железную броню. Тут железная броня только из high-quality металла делается. Из обычного железа делается только газмаска. Хотя вот можно штаны какие-то сделать, heavy plate pants. Можно их, конечно, попробовать сделать, но тут, видишь, все остальное high quality metal. High quality metal слишком дорого. Хотя вот можно heavy plate, посмотрим шире, сколько он дает дефа. Интересно. 50 дефа! 50! Господи, сразу же передевай, конечно же, дружище. А моя сколько дает? Нисколько она, походу, не дает. Тупо 50, охренеть. Я просто на себя какую-то броню надел за 50 дефа. Немножко апгрейдим дом, у нас будет увеличение, судя по всему, потому что очень много компонентов. И значит, мне надо починить лук. Для того, чтобы починить лук, надо срубить дерево. Так, лук у нас, видишь, 8% всего у нас ломается. Вот у нас чиним за 2 дерева всего-то и делаем еще тогда. А, это мы чиним, не надо нам чинить, делаем еще вот эти вот стрелы. Хорошо, и значит, погнали, поизучаем карту, побегаем. Мне надо вообще понять, что туда как, где тут что. Я в одну сторону побегал, идем во вторую. Я вижу то, что у нас на вершине стоят домишки, вполне неплохие. Я бы такие тоже крафтил. Надо загонять, слушай, давай до порта. И аэродром еще есть. Аэродром вообще в центре карты, судя по всему, самая топовая локация. Но я пока что в порт сгоняю, посмотрим, что у нас там. Вот сейчас бы мне встретиться с теми ребятами, которые меня постоянно убивали, я бы сейчас им показал жару, то, что я что-то могу. Просто я вообще такой новичок, вообще не...
ничего не мог сделать. Сейчас я уже чувствую, что я что-то понимаю тут. Хоть до этого я играл на сервере Rust в игре Unturned, но... О, кстати, тут, смотри, есть такие бочки. А эти бочки мне, кстати, дадут топливо, а топливо мне нужно. Я играл, но суть в том, что я забыл, и получается, еще плюс раз там изменился в Unturned, он совершенно другой стал. Топливо я надыбал, я надеюсь, оно также у нас перерабатывается. Сейчас посмотрим, да, больше ничего не забыли, проверяем. Так, нет, смотри, переработка окончена, оно так не перерабатывается. А что с тобой делать тогда? Нужен повар и тепло, это все дома, значит, у нас переплавляется. Но топливо мне нужно, мы до сих пор не сделали, собственно, то, что нам печку нужна, печка, да. Чтобы все это переделывать, нам нужна печка. Ну что, я прибежал на порт, ресурсов тут достаточно много, и я даже разбегаю все глаза, что мне лутать, но пока что будем брать все, чтобы разобраться, что мне нужно вообще. И надо еще понять, с чего больше всего падает. Вот я так понял, вот с этих щитов, кстати, не то что щитов, знаков дорожных, с них ничего не скрафтить, никакой брони раньше можно было. Либо мне опять же надо изучать, а как изучать, вопрос. Вот это вот я не знаю, надо было уточнить этот момент. Я шкаф выбил, еще... Это что, это же шкафы? Оригинал локер, это вроде бы шкаф, а если это шкаф, это очень хорошо. А значит, я еще выбил красный шлем, посмотри, который дает 50% защиты, плюс несколько шлемов, которые дают 40% защиты шлемов, наверное, правильное ударение ставить. А вот это вот мы выкидываем, это вот выкидываем, ну, знаешь, очень даже неплохо, вот на такие локации надо с самого начала было бежать, ну я ж-то не знал. Но зато ты теперь знаешь. Что? Мне выпал огнемет, а я его даже не увидел? Можно зарыть деревянную дверь. Я вообще видел ящик, подожди. Нет, я видел еще то, что около меня какой-то дом вообще был без ящика. Ой, без этого, без двери. Там можно было зайти, там ящик стоит. Господи, так это вообще... Так я могу сейчас крафтить баллоны с топливом и рейдить. А у меня есть топливо. Проверим, значит, давай... О, господи, у меня шкаф в воздухе стоит, потому что я поставил на эти растения. Это очень странно выглядит. Будем проверять на свои двери, рейдит или нет, чтобы вообще понять, что как пробивается. Значит, поинт не работает, к сожалению. Я не могу... Ладно. В общем, не будем объяснять ничего. Так, у меня не коцает, да? И дверь не коцается. Так, я смотрел в описании, написано вообще рейдит только стены урон 1. Давай в стены. Стены не рейдится тоже. Может только деревянные стены? А не, рейдится, рейдится, а дверь не рейдится. А деревянная дверь? Деревянная дверь не рейдится, только стены пробиваются. Да, вот у меня, смотри, 99% на стене. Хорошо. А ящик не пробивается. Ящик не пробивается. И что это за бред такой? Я хочу, чтобы ящик пробивался. Ящик не пробивается. А вот это вот деревянный ящик. Нет, ничего не пробивается. Да ну, только стена пробивается. Да ну, это... а что, зачем тогда огнемет нужен? Опа, 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 опа. Опа. Так, я хотя бы вижу трассер. Вижу трассер. Я тут добывал камень, не знаю, ты будешь видеть этот файт или нет, но тут, собственно, персонаж у нас один бегает. Ой, хедшот какой залетел. Не знаю, ты вообще, наверное, не видишь, как он... Беги, 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 дружище, беги, беги, беги. Я не буду стрелять. Не буду, я подойду поближе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ах, блин, вот это вот, когда ты не попадаешь много раз. Вот так вот, хорошо. Вот так вот, отлично, что у тебя по луту? Ничего, ничего, я так гонялся, а у него ничего. Смотри, что я нашел. Собственно, вот в этой вкладке, там, где у нас производство, у нас, смотри, изучение. И мы можем изучить вот наш дробовик самодельный. Можем изучить. Значит, нам надо 100 плюс 20 плюс 5, 125 скрапа. А у меня, наверное, даже столько не наберется, хотя у меня его и так много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Уже сотка есть. Наберется. Наберется. Так что все замечательно. Наберется. Мы сейчас его изучим, чтобы у нас было изучено. Вот я все эти азы уже познаю. Я очень доволен, то, что у меня получается постепенно, постепенно апгрейдиться. Постепенно все инфа доходят. Ошибочка у нас. А что нам надо еще? А, требуется навык инженер. Я-то думаю, что нам не хватает. Навык инженер. Ну, мы еще прокачаем инженер. Вот он. Вот у нас, собственно. И все, можем сделать. Отлично, делаем. И получается, у нас есть рецепт. Так, теперь его куда?
Это у нас рецепт дробовика. Прямо смотри, пририсовали каждый рецепт, нарисовали его. А теперь куда его, где его, как его сделать? Объясните мне. Самое сложное, что дальше. Бобовую сочель тоже надо изучать. Господи, все надо изучать. Получается, вот неспроста все выпадает, потому что все это надо изучать. Откуда-то же это должно браться? Вот мне и выпал огнемет. А теперь, чтобы я смог скрафтить, мне надо 12 вот этих вот. И после этого, судя по всему, я смогу все это крафтить. Окей, 12 металла надо. У меня же должно быть уже, кстати, посветлело, пока я тут втыкал. Ну, кстати, могу арбалет сделать. А давай сделаем. Всего-то сколько? 4 металла надо на арбалет. Может быть, арбалет уже нормальный стал? Очень надеюсь. Не, арбалет тоже косячный. Знаешь почему? Смотри, вот, допустим, вот эта дюбка, это центр. Я целюсь, и смотри, куда, где мой центр. Смотри, где мой центр. Центр ниже. Вот дюбка, это центр. Вот, я не знаю, вот как объяснить. Но самая вершина, это центр. Я целюсь, он целится ниже этой вершины. Ниже. И значит, это априори уже фиговый арбалет. Им пользоваться невозможно, потому что, ну, это тупо. Значит, арбалет, я не буду его трогать, потому что я только с ним закосячусь, я уверен. И в прошлый раз у меня такая же проблема была и сейчас. И это не зафиксили. Очень надеюсь, то, что зафиксят. У меня, кстати, изучился дробовик, и он пропал. Вот такая вот ерунда. Ну, кто бы мог подумать, что вот так вот происходит. Мне не хватает металла. Я скрафтил ненужный мне арбалет, и у меня теперь не хватает металла, чтобы сделать дробовик. Опа, у нас тут кто-то есть. Задефу его. Ой-ой-ой, тут двое. Ну, меня тут больше интересует зеленым. Так. Он, смотри, он хочет уплыть. Ой, рядышком с головой, рядышком. Опять рядышком. Так, вообще, я не знаю, так стрелы вообще могут летать так рядышком? Я еще нырну с луком, тут же можно нырять с луком. Так, где-то? Он сюда, сюда. Да. Так. Это же человек. Вот так вот. Вот так вот, отлично. Получилось. Так. Что у тебя в ящике, дружище? Так. Да, неспроста он убегал. Очень сытный чувак, я не знаю, ну как можно, тут может быть хуже. Очень хорошо, два ящика, но ящики мне не нужны, все это переплавим, все остальное, все что можно. Ну шо ж, это надо все переплавлять, очень много лута получается. У нас тут еще парнишка был, но он, судя по всему, понял то, что лучше тут не оставаться и лучше свалить. Просто ничего не могу взять, все место забрано у меня. Ну что ж, это все перерабатываем, кажется, то, что тут мало всего, но тут на самом деле просто дофигища. Так, сколько у нас получится? Да, я и говорил, просто дофигища. Но все это щелкать, конечно, то еще удовольствие. У меня, мягко сказать, очень много лута сейчас. Я не знаю, это такой великолепный старт, на самом деле. Это просто конфетка. Идеальная локация для дома. Это все стаки. Я просто делал стаки, чтобы мне это все вместилось. Дерево еще плюс много. Я не знаю, броньку собрал еще дополнительно, что хорошо. А, чтобы сделать дробовик, мне надо еще две трубы. А вот это вот я что-то не заметил. Мне же трубы нужны, да. Угадайте, кто все трубы переработал? Да-да. Значит, сложил вещи. Мне надо, собственно, найти две трубы. Вот это вот ошибка, то, что я трубы перерабатывал. Тут у нас, собственно, я поставил из high quality металла фундамент. И тут у меня будет именно лутовое. Я буду ставить такую прям основную. Пока что все в процессе. Я тут прям high quality металл сделаю. Я не знаю, постараюсь. Значит, у меня такое подозрение, то, что я когда делал стаки, они мне выпали, потому что вот когда я дома делал стаки, они мне повыпадали, но, судя по всему, я уже не найду этот трупешник, потому что он где-то в воде, и фиг я его найду. Ничего, да, никакого ящика нет, к сожалению, жаль, очень бы хотелось. Блин, все-таки хочу с дробовиком побегать. Опа. Не понял, как я не попал. Это человек или нет? Я аж ровно в голову стреляю. Ну, ты не человек? Это человек. Вот теперь попало. Убило, хорошо. Так, что у тебя внутри? Да, хилки. Ну, хилки понадобятся. Это мы переработаем. Есть вот это полотно, которое мне, кстати, понадобится для того, чтобы кое-что скрафтить. Есть дерево, которое мне тоже понадобится. Погнали лутать, искать эти вот трубы. И заодно сходим туда, где я видел срубленное дерево. Возможно, там тоже какой-то лутец будет. Надо убивать бомжей. Это самый главный лут у меня будет. Что в этой коробке? Ну-ка. Блин, я долблен, не ломается.
Да ничего такого, на самом деле. Вот эта вот кофта, она ничего не дает. Зачем она мне нужна? Не знаю, вообще бессмысленно. Опа, можно сделать огненные стрелы. А огненные стрелы уже могут трейдить, насколько я знаю. А давай попробуем. Фиг поймешь, какая из этих стрел нужна мне. Господи. А вот, смотри, Fire Arrow. Я наконец нашел Fire Arrow. Надо проверить. Блин, как их проверить? Надо все стрелы, что ли, повыкидывать. Где это Fire? Fire. Я не знаю, вот это Fire Arrow, Arrow, Arrow. А может быть, он только арбалетом заряжается, кстати. Давай-ка проверим. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вообще тут логика есть, то, что он только арбалетом. Вот, может, для этого арбалет нужен мне будет. Ну, не знаю, ну вот, да. Допустим. Проверяем опять же, я не знаю, проверим на ящике, стреляем в ящик. Так, и сколько ты снес? Нисколько, только сам себя покоцал. Господи, ну почему так, почему, почему? Ну это же рейдит, насколько я знаю, это все рейдит, врасти, эти огнестрелы. Но почему они тут не рейдит? Может, дисбаланс бы создавался? Ну, возможно. Ладно, печку нам надо, смотри, что. Получается еще 8 топлива и 10 камня. Ну это как бы есть у меня. Я думал, что другое надо. Всегда закон подлости, мне не хватает одного камня. Мне 9 камня, ну прекрасно. Ладно, пошли добывать. Да, все, печку можем поставить. Посмотрим, как она у нас встанет. Я даже не знаю, ну куда-то сюда ее надо ставить. Ну некуда, некуда ее ставить. Ну давай на ящик как-нибудь засунься тут туда как-нибудь. Вот сюда вот только засовывается. А вот сюда вот не засунешься? Засунешься. Вот так вот. Вот у нас печка и встала, я не знаю. Вот печку мы поставили, и я очень надеюсь, что вы поставили лайк, потому что если мы наберем 1500 лайков, то серия выйдет быстрее. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте и жмите колокольчик обязательно, комментируйте. Колокольчик нужен, чтобы вы не пропустили новое видео. Удачи, друзья, и до скорых встреч.